1 января, особенно после бурного застолья, самое время освежиться. Кто-то идет в баню, а кто-то ныряет в ледяную воду, в прорубь. В Слокском карьере праздновать Новый год продолжают дайверы сразу из двух латвийских клубов. Каждый год традиция. 30 минут числа ходят в баню, а мы плаваем под водой. Ну что вы там видели новенького? Как что? Рыбки? Елочка. Елочка? Новогодние подарки. Вот. Вот это вот настоящий дайвер в мокром костюме. О, да. Да, столик воды. Вы там не замерзаете? Ну, конечно, нет. Здесь, ну, сегодня плюсы, но там же тоже плюсы. Там же никогда минусы не бывает под лед. То есть там же теплее, да? Ну, в другие года, когда у нас здесь воздух минус 20, там идешь согреваться, там плюс 1, плюс 2. Что вы там делали под водой, признайтесь? Поздравлял дайверов. У нас там елочка под низом, под водой. Встречали Новый год. Ну, Дед Мороз!